Здравствуйте, вы же вроде детектив. Да что, что-то случилось? Да тут такое дело. У меня на днях пропала сестра. Напишите заявление, утром обсудим. Твою же сколько людей пропало? Здравствуйте, а где было похищение? Я сам жду человека, он расскажет подробности. Здравствуйте, пошлите в квартиру. Но вы там идете. Секунду, идите, я подойду. Вот комната сестры, я просыпаюсь утром от странного шума, а сестры нет. Вот так вот, значит. Итак, какую информацию мы имеем об преступнике? Верно то, что никакую. Только информацию про жертв. Вы меня очень огорчили, товарищ полковник Борисов. Похищений все больше и больше. А мы имеем лишь бесполезные улики. Но преступник очень опытен и не оставляет почти никаких улик. Как мы, по-вашему, должны находить то, чего нет? Так, ну вот что я с этим поделать могу. Так, товарищ прапорщик, вы свободны, как и товарищ полковник. Вас, Антон Саранский, прошу поехать с нами. Нам здесь больше нельзя оставаться. Поэтому я решил то, что мы должны уехать из города. И куда нам после этого, по-твоему? Да никуда, балбес. Недалеко от города есть заброшенный завод, мы же обоснуемся там, я туда уже перегнал новую машину. Собирайтесь, давайте. Серьезно, это корыто новая машина? Я купил очень дешево, плюс он меня даже не узнал, от угона было бы проблем больше. Всего-то нужен ремонт, а там делов-то. Что ж, я недавно нашла у себя этот договор с ФСБ. Они вам поставляют оружие, а вы им сотрудников, они сейчас собирают людей для раскрытия дела о пропаже граждан. Если вы хотите участвовать в этом деле, то распишитесь тут. Вот вам ручка. Конечно же, я согласен. Погодите секунду. Алло, я вас слушаю. Для вас есть новое дело. Уже через пару часов будет перевозка очень ценного груза. Вы должны сопровождать грузовик. С вами будут еще ФСБ, они будут действовать тайно только при случае нападений в большом количестве. Езжайте, наш водитель вас довезет, вам дадут неприметную машину и сумку с оружием и гранатами. Так точно. Это точно ваш самый лучший водитель. Вы серьезно думаете, что я буду брать на работу раздолбаев, так еще тут важный груз? Это наш самый лучший водитель.